Днем 30 апреля недалеко от села Адамово на берегу реки Баргузин сотрудниками управления уголовного розыска МВД по республике Бурятия при силовой поддержке ОМОН Росгвардии задержаны трое подозреваемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов в нерестовый период. Установлено, что 26-летний житель села Усть-Баргузин пригласил своих двух приятелей на рыбалку. Друзья, молодой человек сообщил, что разрешение на вылов рыбы у него имеется. Приятели с помощью сети выловили более 200 килограммов рыбы, что составляет более 500 особей карася, и сгрузили улов в автомобиль. Однако уехать с места незаконной рыбалки не успели, они были задержаны правоохранителями. Ущерб составил около 260 тысяч рублей. Полицейскими у злоумышленников изъяты автомобиль, сеть и выловленная рыба. Органами дознания отдела МВД России по Баргузинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации.